Давай. Подожди, может это? Давай, давай, давай. И давайте сейчас будем О, а потом крик в конце. Цель, да? Еще раз. Представляем цель. Мы находимся на Международной академии лидерства, где сейчас произойдет ритуал хождения по углям. Дырку закрыли. Вика, сюда. Сейчас надо еще подбрасывать. Леша тут входит. Свеженьких. Да. Вот по этим друзьям, по этим углям, друзья, академисты и я в том числе пройдем ради достижения своих целей. Марк говорит, что это очень полезно для здоровья. Значит, наблюдайте, да? Горят. Фотографировать каждого? Без вспышки. Ну, каждого будет. Всех, всех сниму. Ну, не знаю. Кать, всех поймаешь. Вижу. Достигать готов? Готов. Вперед! Да, 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 да! Ноги вытягивай! Мы берем интервью у диджея Борща, который тоже приехал на Международную академию лидерства ходить по. Диджей Борщ, как вы себя чувствуете перед этим? Я себя лучше всех. Посмотрите. Цель видишь? На. Достигать готов? Всегда готов. Вперед! Да, 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 да. Видишь? Да. Достигать готов? Да. Вперед! Да, 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 да. Вытирай, вытирай. Вижу. Достигать. Руку мою. Достигать. Готова? Готова. Вперед! Да, 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 да. Топать надо, топать, девчонки. Нормально? Мнется она. Готова идти. Ребята, а у нас что, служба поддержки? Куда сейчас? Команда! Команда, ребята! Разбежались, куда разбежались? Фотки они там смотрят. Лена, цель, видишь? Вижу. Достигать. Готова? Готова. Вперед! Да, 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 да. Скажи что-нибудь людям, которые смотрят. Ходить по углям – это такой кайф, что я каждому желаю. Ходил бы каждый день по несколько раз. Жил бы на углях, спал бы на углях, ел бы угля. Я сейчас, знаешь, ты вспомнишь? Цель видишь? Вижу. Достигать. Готова? Готова. Вперед! Цель видишь? Вижу. Что было, уже все. Достигать. Готов? Готов. Вперед! Да! 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 Оля, цель видишь? Да. Достигать. Готова? Да. Ух, счастливица. Вперед! Да! 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 Ноги вытирай! Ноги вытирай! Сначала тоже. Ох. Внимание, команда! Команда! Внимание! Поддержка! Ольга, цель видишь? Да. Достигать готова? Да. Вперед! Да, 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 да! Пионер такой. Снимай, снимай, снимай. Педикюр готов, макияж готов. А давай спроси так. Слушай, ну хорошо. Ну одно должно быть счастливо. Только ради искусства, хорошо. Педикюр готов? Готов. Губы накрашены? Накрашены. Макияж? Бровки, идеально, бровки, бровки, реснички. Да. Все готово, все готово, готово. Наталья, цель видишь? Миша, не перекрывай. Вижу. Достигать
Готово? Готово! Вперед! Да! 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 Да? Где обувь? И лучше над дорогой. Качаем Леху! Над углями! Над углями качаем! На углях! И все, чудо молодо. Марк, скажите несколько слов о том, зачем нужен этот ритуал. Ритуал прохождения по углям нужен каждому человеку. Это очень древний ритуал, который был, к сожалению, потерян человечеством. Мы этот ритуал возобновляем, и мы предлагаем каждому человеку совершить это целительное прохождение к цели, через угли, к своей цели, к своей мечте. И все, практически все люди, которые проходят по углям к своей цели, эти цели реализуют. Вот этот древний, магический, волшебный ритуал.